Ми запускаємо жіночу красу у це літо. І допоможе нам у цьому Юлія Фурлет, косметолог, і розкаже нам про всі такі тонкощі жіночої краси цього літа. Доброго ранку. Доброго. Здравствуйте. Ми раді вас вітати у нашій студії. І, звісно, знаєте, я як дівчина сьогодні, мабуть, буду більше ставити запитань, тому що мене цікавить сезонність. Ми розуміємо, є зима, є літо, є весна, і шкіра, вже як я зараз розумію, в ці періоди потребує особливого догляду. Чи могли б ви зараз нам розповісти про цю різницю, що чем сама відрізняється? Да, на самом деле изменяется кожа, она адаптируется в зависимости от погоды, от климата, но тем не менее самой ее ресурсной вот этой адаптации недостаточно. Угу. И очень важно кожу защищать. В первую очередь на сегодняшний день это от ультрафиолета. SPF. Потому что на сегодняшний день один из основных видов старения, у нас старение классифицируется, это старение под воздействием ультрафиолета, раннее старение. А какие еще есть классификации? Есть хроностарение, ну то есть то, что дало нам время, то, что дала генетика, так вот человек и стареет, и под воздействием солнца, фотостарение. Так, важливо розуміти, як же ж тепер уберегтися від ультрафіолету, SPF, ось цей рівень. Да, это использование кремов с уровнем SPF. В летний период, как правило, это минимум 30, если это городской вид времяпровождения, скажем так. Да? Если это целенаправленное солнце, если это целенаправленный загар, то это 50+, уровень SPF. Цікаво. А дивіться, я зрозуміла, а в плані зволоження, от зимовий період більше підсушує шкіру, чи влітку більше підсушує? Знаєте, от тут не факт и не всегда, потому что в зимний период кожа точно так же обезвоживается. Это связано с тем, что у нас появляется разница температур. То есть мы в помещении находимся, у нас помещение зимой, да, это кондиционеры, отопительные все вот эти приборы, и это обезвоженный сухой воздух. Угу. На улицу мы выходим, у нас снег, грязь, ветер, холод, и это минус, это перепад температуры. И кожа обезвоживается, это проявляется с шелушением. То есть жирная кожа, mm-hmm. она, как правило, к ней присоединяется шелушение, чувствительность. И вот так вот она становится такой раздражительной, скажем так. Так, а есть какая-то разница у догляда за шкирой женщиной и чоловічою? Да. А насколько глобальна эта разница? На самом деле зависит от все-таки от состояния кожи, ну да, как мужчины, так и женщины. Если мы не берем какие-то лечения каких-либо проблем, то мужская кожа это все-таки увлажняющие крема с таким легким матирующим действием, потому что мужская кожа больше производит кожного сала и жирнеет быстрее. И мужская кожа также она подвержена больше травматизации, так как мужчины бреются. Да? Бритье – это, считайте, мелкое нарушение целостности кожных покровов. И очень часто да, у мужчин раздражение, вроде бы вот никаких факторов каких-то там еще нет, способствующих наличию прыщиков, высыпаний, но это может быть только из-за бритья, потому что кожа травмируется, туда присоединяется все-таки инфекция, и необходимо кожу увлажнять для чего? Для того, чтобы кожа восстанавливала свой водно-липидный баланс. У нас кожа ж, она состоит вообще да, из липидов, жиров и молекулы воды. И это создает вот эту вот пленочку, барьерную функцию. И когда это нарушается, то тогда проявляются какие-либо состояния. А подразнение как-то побороти возможно взагалі? Ну, якщо воно таке виникло. Просто у мене такого не буває, але я знаю, що в прийомі мої, коли бриються, там все. Убрати причину. Ну, то есть я очень... Те, кто ко мне обращаются, вот мужчины, с целью да, раздражения на лице после бритья, я рекомендую пересмотреть иногда станок, каким станком, да, бреется. Очень часто многие переходят на электробритву, потому что она не раздражает, не травмирует кожу. Вот. И это использование
проблема. Ну, потому что мужчины очень часто вообще, в принципе, пренебрегают косметикой. И мужской кожей, вот поверьте, вот достаточно просто базовый крем, и там и станок может быть самый простой, обычный, и все будет хорошо. А мені ще цікаво, завжди так у чоловіки складається, що нам потрібно і сюди кремчик особливий, і сюди, і туди, і тут зробити, і там якусь систему понеділок-п'ятниця пілер. У хлопців зранку встали, умилися, і все прекрасно. Чому так відбувається? Тому що життя жінки – це квест, як я говорю. Ага. Понимаете? Тут розібралися з випадінням волос, да? Ага. Надо вже коректувати морщини. Морщини скоректували, пора вже на окрашування йти, тому що... Ну, это ж всегда так. Тобто це складно пояснити, да, чому? Це просто ось такі ми. Ну, естественно, у женщины всегда есть потребность, а вот для вот этого всего. Ну, нам же нравится, мы же получаем от этого колоссальное удовольствие, это правда же? Это настроение, это все вот оно, вот оно. А, ну, мужчины, наверное, немножко по-другому устроены. Ну, нанесет он крем себе какой-то, он... И, ну, вот не будет вот этого кайфа. У нас, это же новая розовая баночка. Не можу не погодитися, працює. Це факт. Ви заговорили також за чоловіків, ви сказали, що вони також до вас звертаються. Да. Наскільки, наприклад, зараз це стало більш популярним серед чоловіків? Да, это популярно и это востребовано, и на сегодняшний день это нормально, потому что косметология – это про красоту, а красота равно здоровье. Ну вот не бывает так, да, вот красота без, без здоровья. И косметология, она направлена на то, чтобы продлить. А все хотят быть здоровыми, так. Равно красивыми. Робоча формула виявляється. Скажіть. З якими найчастіше проблемами приходять сам чоловіки і жінки? От яка у нас різниця? Ну вот чесно, я могу выделить топ вот таких процедур мужских. Mm-hmm. Вот как так. Правило, у женщин это может быть, ну вот, ну правда, весь прайс, по сути, да? Ну вот, то есть. У мужчин это первое, это инъекции ботулинического токсина в верхнюю треть, в лобные мышцы, в морщины межбровья с целью коррекции вот этой гиперактивной мимики. Второе, это инъекции того же ботулотоксина в зону подмышечных впадин с целью коррекции гипергидроза, избыточного потоотделения. И также мужчины просят, чтобы излишнее потоотделение не беспокоило руки, ладошки, да, вот, так как здороваются. Потом это уходовые процедуры, такие как уход с чисткой лица, так как кожа, как я говорила, мужская, она более грубая, и кожного сала, более жирная она, выделяется больше кожного сала. И вот с целью профилактики черных точек, угревой болезни, высыпания на лице делаются чистки. И еще очень популярная процедура у мужчин – это инъекционная липосакция на самом деле. Ух ты! Да, есть такое. Это локальное уменьшение жировых отложений. Вот честно, вот у мужчин это больше запрос вот на вот такое вот. То есть... Можно ходить в зал, тренироваться, но локальные зоны ловушки, ну вот, допустим, как правило, это нижняя часть живота и зона боков, да, они не уходят. Это зоны мишени, зоны вот накопления объемов, скажем так. И локально это можно убрать. И вот мужчины вот очень... Не очікувано. Да, очень. Так. Ну, мені все ж таки цікаво. Сьогодні перший день літа. Да. І от що потрібно робити чоловікам і жінкам, наприклад, зранку, щоб готувати свою шкіру, бо ми виходимо, і там вже дуже багато сонячних променів. І як потрібно ввечері завершувати цей догляд за собою? Можемо ми поетапно це зараз розглянути? Як правило, в домашнем уході я завжди рекомендую, должно бути три составляющих. Перше – умывание, гель для умывания, потом это тоник, тонизация обязательно, и крем по типу кожи. Утром это, если мы говорим про лето, это легкий флюид. Флюид, он отличается тем, что он более легкий по консистенции, да, легкая у него основа. И на ночь это крем будет увлажняющий, но плотнее, скажем так. У мужчин достаточно, как правило, одного крема. Ну вот правда. Вот. Умылись, тоник и один крем. Ну, если, я повторюсь, вот, знаете, бывают сыворотки, да, вот да. Различные, они классифицируются тоже
по направлению, в зависимости от того, какой вопрос они решают. В сыворотке рекомендовано использовать курсом. Сыворотка, как правило, это концентрат, и она используется курсом 21-28 дней, чтобы, я же говорю, вот, скорректировать какой-то запрос. То есть это купероз, это пигментация, это дефицит увлажнения на коже. Поэтому... От мені ще цікаво, в період спеки завжди з'являється більше висипань на шкірі. От як з ними, ну, якби їх попередити? Боротися – це вже інше питання буде. От як попередити їх? Я розумію, що руками краще обличчя своє не чіпати. Що ще може спровокувати от саме висипання влітку? Как правило, это... Ну вот я рекомендую, если есть такая возможность, макияж все-таки вот у девушек, да, в течение дня его обновлять все-таки, потому что у нас тональный крем, у нас SPF, у нас там пудра, еще что-то. Это все, конечно, тоже способствует, так как на улице тепло и жарко, это все способствует тому, чтобы кожа... становилась быстрее жирной. Я рекомендую обновлять макияж в течение дня, если есть такая возможность. Або, можливо, взагалі його краще не використовувати влітку. Знаете, ну вот тоже как-то так. Вот уже, не знаю, в 21 веке живем, неохота. Так, Юль, хочеться повернутися до чоловічих історій, так? Ботулотоксин. Да. Є якісь негативні наслідки? Но это медицинский препарат. Ну, у всего есть свои показания и противопоказания на самом деле. И если все делать по показаниям... То все будет нормально. Да, а если без инструкции, как говорят, то и приехали. Да. Ну, а якщо так уже глобально казати, від, наприклад, от якщо я захочу собі зробити, наприклад, ін'єкцію ось десь сюди, там, де є певні зморшки, як правильно мені це робити, аби не натрапити на наслідки? Во-первых, от вас тут особо ничего не зависит, все зависит от специалиста, который будет это делать. Он должен понимать и знать анатомию, где мышцы, ну это внутримышечный укол, вот, да, вот, чтобы было понятно. Он должен знать анатомию, он должен необходимо, он должен правильно подобрать дозировку, потому что дозировка зависит от активности мышцы. Ну, собственно говоря, все. А мені як клієнту, як хочеться розуміти, що це мій спеціаліст? От на що треба звертати увагу, коли ти приходиш до косметолога, щоб зрозуміти, що це не людина, яка може щось зіпсувати, а це дійсно фея краси? На самом деле, ну вот да, вы же когда куда-то приходите, это ж у вас консультация в первую очередь, да. И все это выявляется в разговоре. У вас либо появляется доверие к специалисту, либо нет. Что сейчас вы еще можете попросить? Естественно, как это будет выглядеть фоторабот. Ну, даже если это не фотоработы в соцсети, то у многих специалистов они просто есть в телефоне, что вам могут показать. Что, до и после, как это работает. Потому что вот тоже для мужчин очень важно, чтобы не было... каменного лица, да, чтобы мимика была, но заломы не формировались. Вот это тоже, ну, очень важно, чтобы никто не понял, что что-то, что-то было, да. Да. И тогда еще одно питание. С какого віку чоловікам краще коригувати зморшки? Знаете, как я люблю говорить, в косметологии нет возраста, а есть показания. Если есть... Какого віку? Если есть показания, у кого-то, знаете, там условно, я не люблю возраст говорить, ну, вот, у кого-то в 40 лет может быть неактивная мимика, а у кого-то в 20 она гиперактивная. И если начинают формироваться заломы в состоянии покоя, и они беспокоят как-то клиента, то почему бы и нет? Ну, у мене є якби таке саме запитання стосовно дівчат, тому що, наприклад, я згадую, як мене вчила там мама, що краще пізніше побережи свою шкіру, бо косметичні засоби вони якби шкодять, але вже зараз часом я розумію, що ну вже слід доглядати, тому що те раніше було в школі, а якби вже все. От. Тобто, з якого краще віку дівчаткам розпочинати, щоб це не було зарано і не було якби занадто. Ну, какие-то базовые такие, да, уходовые процедуры, это с 18 лет можно делать. Если говорить о каких-то инъекционных, опять же, по показаниям все делается, но с 18 лет можно делать.
А у вас є певні консультації, так от, як я розумію, що якщо прийде якась школярка, ви можете проконсультувати, розповісти, їй все доступно, правильно? Так, да, звісно, але якщо це до 18 років, то це в присутствии взрослих. Клас, це дуже відповідально. Так, от якраз просто сьогодні всесвітнє свято, День захисту дітей, хотілося уточнити, от у підлітків, там клас 8-10, з'являються висипи на обличчі, ось це у косметолога можна регулювати от саме в тому віці? Там, да. 13-14 років. Да, можно, но, как правило, тоже это все обусловлено физиологией, гормональной перестройкой. Также тут важно, чтобы косметолог еще и донес до родителей, чтобы да, смотрел, как ребенок, что он ест, потому что фастфуд, вот это все вот хаотичное питание, это все взаимосвязь вот прямо пропорциональная. З висипаннями на лице. А тоді підкажіть нам і нашим глядачам, от які такі овочі, фрукти будуть нам тільки покращувати стан шкіри. Що ми зараз у сезон маємо от краще куштувати? Сезонно. Ну так. Ви розумієте, як? Не повинно бути дефіциту. Ага. Ну вот правда. Должен быть баланс. Необходимо адекватное потребление белка, углевода и жиров. Вот. У школьников больше углеводов. Ну вот, как правило, там питание вот хаотично. Так. Поэтому должен быть баланс. А так, ну, все сезонно. Я не могу сказать, вот ешьте яблоки, и не будет у вас прищей. Нет. А мы запрещаем на этот секретный ингредиент и позбавлю. Нет, все хотят волшебную пилюлю, все хотят что-то, вот волшебное слово, фраза, предложение, но нет. Это має бути комплекс. И гарний настрій, и харчування, и догляд зовнішній. Знаете, оно ж все, жизнь состоит из маленьких триггеров. Все вот так вот, если делать, то будет одно единое целое, очень качественное. Ну, тут можно ще й психічне здоров'я приписати, так? Естественно, естественно. Естественно, наличие прыщиков, это по самооценке очень, сказать, да, вот, бьет, поэтому... Так, ну, давайте тоді на завершення, хочеться дізнатися від вас щось нашим глядачам. Можливо, є якісь побажання або те, щоб ви хотіли зараз з екрану телевізора донести до наших глядачів. Знаєте, що хочу сказати, що все починається з малого. Все починається з любви к себе, все починається з заботи о себе. И поэтому, чтобы каждый человек себя берег вот, в хорошем понимании этого слова. И тогда улыбка на лице и косметология сделают все. Так, це, друзі, ви знаєте, все ж таки слід зробити на цьому акцент. Все починається саме з вас, відповідальність завжди на вас. І не забувайте, будь ласка, що ви у себе одні, тому треба любити себе. У нас у студії Юлія Фурлет, лікар-косметолог. Ну, сьогодні говорили про красу. Шановні глядачі, дякуємо вам, що були з нами протягом цього дня. А якщо ви впустили якусь цікаву інформацію, ми завжди вас чекаємо на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Не просто чекаємо, а ще й готуємо для вас набагато більше інформації кожного дня. Цікава, актуальна, іноді навіть гаряча тематика. Дзвіночок увімкнути обов'язково. We'll be right back.